Покажу, какими лебедками я пользуюсь. Так, вот мои лебедки. Достаю я их не часто. Я с помощью них даю наклон необходимой макушки, даю наклон ствола в нужную сторону. Блин, они мне упрощают жизнь. Если будете выбирать, вот смотрите фирму Зубр. У Зубра они хорошие. Вот здесь вот барабан, и вот видите, вот такие зубчики. И они литые, они толстые здесь, они порядка сантиметра толщиной, и на этой тоже. Бывают лебедки, которые собраны из пластин, то есть вот эти зубчики, они состоят из 4 пластин, каждая там по 2 миллиметра толщиной. И когда даешь нагрузку на нее, эти лепестки начинают расходиться в разные стороны, лебедка быстро приходит в негодное состояние. Ну и также смотрите вот этим частям, то есть они должны быть литые. Ну и естественно, если будете выбирать, выбирайте по максимум тоннажу. Вот эти лебедки, они рассчитаны на 6 тонн. Вот, также, ребят, почему у меня их две? У этой лебедки здесь вот троса накручено 2,5 метра. В принципе, 2,5 метра, чтобы натянуть, этого достаточно. Но если мы хотим увеличить нагрузку, которую выдерживает лебедка, мы вот используем вот такой вот блок-ролик. Он уже сразу обычно одет на лебедке. Получается, этот трос обратно цепляем к лебедке, а по тросу ездит вот такой вот блок-ролик, который удваивает нагрузку, которую выдерживает, ну и тянет эта лебедка. Но, следовательно, у нас троса становится в 2 раза меньше. Поэтому одной лебедки вам будет мало. Я что делаю? Я эти лебедки сцепляю паровозом одну за другой. И получается, что сначала одну мы вытягиваем, убираем провис, да, растягиваем веревку, а вторую уже даем наклон в нужную сторону.